Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор глиттера «Фигурное сердце». Сегодня глиттер пользуется сумасшедшей популярностью во многих косметических и арт-областях. От размера глиттера зависит качество рисунка. Мастера маникюра давно завлекают клиентов именно разнообразием глиттеров и умением ими красиво оформить ногти. По специальную трафаретку с клеем можно сделать блестящую картинку на теле. Глиттер мыловарения относительно недавно стал пользоваться популярностью. Блестящие частицы смешиваются с расплавленной мыльной основой и застывая получается мыло с блестками. В маслах для тела применяется глиттер очень мелкой фракции с перламутром. После такого масла все тело сверкает и блестит. Основные свойства глиттера таковы. Мелкая фракция позволяет четче делать картинки на теле и на ногтях. Разнообразие цветов глиттера позволяет вам творить блестящие шедевры в мыловарении. Не токсичен. Разрешено работать с глиттером в детских садах и домах. Не вызывает раздражения на коже. Активно применяется в косметических препаратах. Применение таково. Мыловарение, мыло с блестками. Косметика, блеск для губ, помада, масла для тела, кремы, макияжи. Блеск тату, нанесение на тело рисунков с глиттером и клеем. Творчество, аппликации, игрушки, поделки, картины. Вот так выглядит глиттер в сердечках. Сейчас я покажу более подробно. Вот такие красивые сердечки. Яркие, серебристые. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!